Буду как всегда. Достойна тебя. Ты мой вечный друг. Сергея Журавлева еще раз. Слава Богу за вас. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, Тимур. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Отец, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего Единородного, кровушку Свою за нас проливший, жизнь положивший, доказавший однажды и навсегда свою вечную любовь. Благословен ты, Царь наш, собравший нас, Царство свое благословенное. Благословен ты, Отец, собравший детей своих, как птица птенцов под крыльями своими. Учитель, учеников собравших. Благословен ты, целитель, освободитель. Благословен ты и Альфа, и Омега, и начало, и конец, и первый, и последний. Тобою живем и движемся, и существуем. Аминь. Благословен ты, и благословено Царство твое. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу. Святое воскресение Твое прославляем, ибо Ты Бог наш. Кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем. Все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо пришла через крест радость всему миру. Он смертью смерть победил, и воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, подарив нам жизнь.
Благословенный Царь наш, Бог, Спаситель, друг и брат, Господь, Освободитель, имя Твое сладчайшее, умершего за нас и воскресшего, провозглашаем и прославляем. Благословен Ты, живущий в храме Своем. Благословен Ты и благословен храм Твой, а этот храм мы. Благословен Ты, живущий не только в наших сердцах, не только царствующий в нас, но и среди нас, являющий свою милость и благость. И сегодня, Господь, в этом собрании святых, в присутствии святых Твоих ангелов, Боже, сегодня Ты здесь, великий Бог наш, великий Господь наш. Благослови народ свой миром, благослови, Господь, моих братьев, сестер, детей своих, благослови во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, не только собравшихся здесь сегодня, но благослови тех, кто не смог быть. Благослови, о ком мы молимся сегодня, наши семьи, родных, ближних, друзей, знакомых и незнакомых, и малознакомых, о ком мы молимся, благослови их. И благослови, Господь, сегодня Москву, Боже, благослови сегодня Россию, благослови сегодня всю нашу истрадавшуюся землю, Боже, все народы и племена, благослови сегодня Израиль, благослови сегодня Иерусалим, благослови сегодня во имя Иисуса Христа в этот шаббат, в эту субботу, Боже, здесь, в церкви, названную Домом Твоим, Отец, я молю и благословляю. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе Израиля. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое и да придет царствие Твое. Благословенный Царь благословенного царства Своего. Аминь. Аминь. Аплодисменты великому Богу. Во имя Господа Иисуса Христа. Слава Ему. Всех вас приветствую, братья, сестры, всех святых. Пожалуйста, присаживайтесь. Благословляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Слава Богу! И для меня честь сегодня быть с вами.
на этом сейчас святом месте, потому что где мы собираемся во имя Господне, во имя Иисуса Христа, даже двое или трое, это место свято, особенно свято, потому что сам Господь во всей своей славе, во всей своей красе присутствует незримо, порой зримо, но Он и только Он. Ему вся слава и хвала. Благодарю Бога и благословляю вас, паки-паки, говорится, снова и снова. И благословляю Москву, молюсь эти дни о столице. Вчера были в еврейской общине, вот, и шаббат встречали как раз, да, вот, и очень был благословлен, там, допоздна, до часу, наверное, там, потом только расстались, слава Богу. И знаете, много разных собраний здесь, в Москве, очень много разных церквей, общин, разных конфессий, разных деноминаций. И одно из слов, но я завтра еще буду в одной из церквей об этом как раз именно говорить, именно о единстве, непосредственно о единстве церкви. Кто не может быть завтра, то на ютубе потом посмотрите. Я беру с собой камеру в поездке, на служение стараюсь записывать, потом на ютубе все можно будет смотреть. На ютубе канал мы найти легко, архиепископ Сергей Журавлев, ну, ваш покорный слуга, прошу любить и жаловать. Вот, не забывайте там подписываться, не стесняйтесь лайкать, делиться, так что, особенно с вашими друзьями, если они православные, тем более, я просто прошу вас, заклинаю, да, именем Господа Иисуса, поделитесь с ними. Вот, тем более, если вы знаете кого-то из священнослужителей, я настоятельно тогда даже рекомендую вам это сделать. Потому что молюсь я, конечно, о всем теле Христа, молюсь о всей церкви, и с превеликим удовольствием бываю в разных конфессиях, в разных деноминациях. Чаще всего вот харизматические, пятидесятнические церкви, баптистские иногда, адвентистские, лютеранские, редко католические и очень-очень редко православные, к сожалению. Хотя сам я православный священнослужитель, уже больше 30 лет являюсь православным священнослужителем, но последние 20 лет больше я очень редко бываю в православных церквях. К сожалению, мои братья, многие, большинство даже, считают меня, к сожалению, еретиком, отступником. Почему? Потому что многим не понравилось то, что я делаю. Реформация, господа, реформация. Ну, а диалектика, да, реформация вызывает контрреформацию. Многим священникам, к сожалению, кажется, что церковь – это мавзолей, церковь – это кладбище, церковь – это, знаете ли, вот что-то такое уже застывшее раз и навсегда. Нет. Церковь, она живая, потому что наш Бог живой. И один из отцов церкви, еще древней церкви, еще третьего столетия нашей эры, церкви Божьей тогда было всего лишь 200 лет от роду, всего лишь. В Африке это было дело, в Карфагене тогдашнем. Киприан, архиепископ Карфагенский, он почитаемый, уважаемый святой ныне и в православной, и в католической традиции, да и многие протестанты его так с удовольствием цитируют, его изречения. И одно из самых его известных изречений и таких тезисов «Ecclesia semper reformanda» – «Церковь непрестанно реформируется». А если не реформируется, то тогда уже деформанда, то есть деформируется. Ну, или реформация, или деформация. Другого пути у нас нет. Либо дом молитвы, либо вертеп разбойников. Царство Божье, оно всегда так, знаете ли, это правда. Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, молюсь за все церкви, конечно, существующие, много ветвей в Царстве Божьем, древо Царства Божье, оно такое, знаете, ныне весьма многоветвистое, такое, есть древние ветви, есть новые, есть такие, залюбо, знаете ли, любо посмотреть, и зеленеющие, и плодоносящие, есть просто зеленеющие, не плодоносящие, есть надломленные, есть отломленные, засыхающие, засохшие, и
прочее. Всякие. Ветви всякие важны, ветви всякие нужны, знаете ли. В первую очередь, конечно, всяк кулик свое болото хвалит. И, конечно, у кого чего болит, тот про то и говорит всегда. Я в первую очередь молюсь всегда, конечно, за православную церковь. И, пользуясь случаем, я всегда, не всегда, но почти всегда, я в рясе, с крестом, с панагией, вот сегодня даже и с крестом, и с панагией. Это знак епископской власти, бля, ликбез такой. Почему в таком виде я в протестантских церквях чаще всего появляюсь? Чтобы вам было напоминание. Зрительное такое напоминание. Я и художник по своей специальности, до церковной моей специальности художник. Поэтому для меня образное вот это восприятие, оно архиважно. Вот, и я хочу вот так вот перед вами образ такой дать, чтобы напоминать вам молиться о православной церкви, о православных христианах, тем более в России и в пробуждении в России это архиважное служение, архиважная молитва. Поэтому, молясь о разных конфессиях, разных деноминациях, молитесь о пробуждении и о воскресении именно православной церкви. Это очень важно. И сам я на сегодняшний день являюсь архиепископом реформаторской православной церкви Христа Спасителя, но раньше служил традиционным православным священнослужителем до 96 года, был священником Русской православной церкви Московского патриархата, не реформаторской, не обновленческой, а сам не наезд обыкновенной традиционной церкви, традиционалистской. Но в 96 году я по идейным соображениям вышел из этой структуры и отныне, с самого 96 года ничего общего не имею с этой структурой абсолютно, ни юридически, никак, но являюсь обновленческим таким реформаторским священнослужителем. И, дамы и господа, братья и сестры, молюсь о том, чтобы, конечно же, православие – это очень много разных ветвей, очень много разных направлений, течений. Вот здесь мы были перед как раз началом собрания, пораньше приехали, и с Димой мы туда прошли, к метро Белорусское, к Белорусскому вокзалу, неподалеку здесь. И там такой, если вы видели, храм такой белый, красивый такой, мне очень нравится он. Один из моих любимых таких храмов в Москве здесь, кстати, по секрету. Это старобрядческий храм, такой древний православие такой, знаете ли, древнее православие, очень люблю. Братьев старобрядцев, это такие православные, такие коренные православные, настоящие православные, будем так говорить. Не то, что нынешнее племя богатыри, да, на самом деле. Как бы мы ни славили Бога в старых обрядах или новых обрядов, или каких-то новейших, на самом-то деле Богу не обряд важен, а самое сердце наше. И сегодня Галатам послание Павла уже вспоминалось не раз даже. Спасибо на самом деле очень хорошем напоминании, важном слове, огромное спасибо. Но я хочу тоже напомнить чуть повыше, в той же 5 главе, в 6 стихе, там чуть повыше написано, что вера, она действует любовью. Вера, действующая любовью. Это, знаете ли, одно из таких любимых таких мест Писания. Если религия, она действует не любовью, то вера действует любовью. И вера, и религия, они действуют. Но вера действует любовью. А религия действует не любовью. Один из примеров таких, знаете ли, сегодня у нас 27 число, да, получается, по гражданскому календарю, 27 июля, завтра 28. Сегодня вечером, завтра днем, вспоминается крещение Руси. Бывшее 1031 год тому назад, начавшееся при князе Владимире, прозванном, таким названием интересным, Красное Солнышко. Не все красно, что называется красным. Великий русский писатель Николай Семенович Лесков в конце 19 века, он говаривал, что Русь была, говорит, крещена, но не просвещена. Крещена, но не просвещена. И тот же самый Николай Лесков тогда же, как раз в то время, в конце 19 века, отмечалось очень торжественно и здесь, в Москве, и в Петербурге, и в Киеве, в разных городах,
тогдашней империи, огромной российской, отмечалось 900-летие принятия христианства на Руси. В Киеве тогда открыли как раз самый или один из самых красивейших соборов Российской империи. Это Владимирский собор, так называемый, посвященный имени этого князя, ставшего палачом своего же народа, к сожалению. И знаете ли, собор красив, я люблю заходить, там фрески Васнецова, творчество обоих Васнецовых я просто обожаю, честно говоря. Вот. И здесь в Москве одно из моих любимых мест, я по дороге сказал тебе тоже, что одно из моих любимых мест это как раз вот дом-музей Васнецова, ну это просто там проспект Мира как раз. Вот. Одно из таких очень для меня трогательных мест в Москве. Вот, и люблю творчество этих художников, и, в общем-то, заходил не раз как раз я в собор Владимирский, именно полюбоваться как раз на работами Васнецова. Вот, но, при всем уважении, но собор назван в честь да, князя, палача, своего же народа. И об этом князе Николай Лесков сказал следующее. Он, говорит, Владимир, да, он, говорит, принял христианство, но не принял Христа. Вот его знаменитая цитата, вот две таких известных у Николая Лескова цитаты, вот одна я назвал, да, что Русь была крещена, но не просвещена, вот это крещена, но не просвещена. Представляете, да? Без меня меня крестили, как один говорил там поэт. Вот, да. А о Владимире, что он принял христианство, но не принял Христа. И знаете, Николай Лесков, он очень гениально раскрыл для нас ну, скажу так, Ахиллесову пяту, показал самую такую болевую точку в христианстве здешнем, нашем христианстве. Ну и не только в нашем, конечно же, не только в нашем, это, скажу, проблема там инквизиции, проблема там религиозного экстремизма, фанатизма, это проблема она общехристианская, и она не сегодня появилась, и не завтра она исчезнет. Я так подозреваю из Писаний, понимаю, что до самого возвращения Иисуса эти метастазы, они будут в теле Господнем, больше или меньше эта проблема будет бродить в теле Христовом, а там уже, когда Господь придет, уже и, ну, слава Богу, справедливость восстановит. Но, друзья, даже еще когда церковь еще не родилась, а уже проблема эта была. Как вот сегодня наука продвинулась очень хорошо, и сегодня диагностика есть человека даже еще в внутриутробном развитии его, то есть еще до рождения, да? И порой врачи определяют некоторые заболевания у человека еще до того, как он появился на свет, пока он еще в утробе матери развивается. Вот. И некоторые заболевания в теле Христа были еще до рождения. Иисус родил церковь свою. Когда это рождение произошло? Ну, исторически это в 30-м году нашей эры произошло. И это было на Голгофском кресте. Иисус в страдании своем, в крови, он родил. Рождение это, ну, мало красивый образ, знаете ли. Вот, я не женщина, я не рожал, но моя жена, она рожала. У нас шестеро детей с ней. Бог нам дал трех мальчиков. А, спасибо большое. Трех мальчиков, трех девочек, двое внуков у нас уже, слава Богу, три кота. То есть, да, кстати, от всего семейства вам большой привет. Вот, они уже тогда уже потом записи посмотрят, но я всегда стараюсь там привет передавать. Вот, и, так вот, и на самом деле Иисус рожал нас на кресте и Голгофа, она вот сравнима таким, как вселенским родзалом, знаете ли, где рождались мы, рождались души наши. И спасение каждого человека на протяжении вот всех этих 2000 лет, да, без малого, оно связано с кровью Иисуса Христа, с его голгофскими страданиями. Слава Богу. Но еще до того, как Он родил нас, до того, как Он родил церковь, царство свое, до того, как Он родил то, что в Библии названо очень красиво столпом и утверждением истины. Вот. Но уже заболевания эти были. Помните, однажды село Самарянское хотели ученики спалить. Помните, да? Там их не приняли, в общем-то. И вот это не гестаповцы, это не СС подразделение. Это апостолы Иисуса Христа. Представляете, они хатынь такую хотели устроить, самарянскую.
ну, их религиозные чувства были обижены, оскорблены. Вообще нет ничего страшнее на земле, чем обиженный религиозный человек. Да, и они были очень оскорблены. Как же так? Вот мы евреи, и нас... Мы решили к самарянам наконец-то не зайти, как бы зайти и там как-то переночевать, может быть. А вот они такие-сякие, вот, не приняли нас. Вот, и кого? Иисуса не приняли. Вот, и нас, учеников его. Вот, и они сказали Иисусу, хочешь, мы сейчас помолимся? Вот, и как написано в Библии, они знали, что Иисус, он слово, и он, ну, по слову, так вот. Вот как Илья сделал. Вот, помните, Илья там сжег одного пятидесятника, всего пятидесятника. Вот, другого пятидесятника сжег с его пятидесятком, вот, на том остановился. А так, вот такой был тоже экстремист, еще тот еще был. Вот, да, ему, в общем-то, инквизитор такой был определенный. Вот, и вот эти вот ученики тоже говорят, давай мы сейчас помолимся, сойдет огонь, и все село, короче, все. Там Содом, Гоморра отдыхают. Все спалим, абсолютно все спалим. Вот, и у них такая вера вдруг, знаете, вот, вот на что-то хорошее, там, и знак беса там, они не могли, тыкались, мыкались, а вот спались село запросто вообще, вот на что-то дурное, вот, вот хлебом не корми, у человека очень легко собрать как-то верующих на что-то дурное, плохое, а вот на хорошее, вот очень трудно подбить верующих. И вот еще, и знаете, и вот Иисус-то видит, что они вот реально, как братья уже загорелись, уже у них огонь уже, инквизиция в глазах уже горит уже, они уже видят этих самарян там, корчащихся в муках, значит, они видят уже эту хатынь, будем так говорить, самарянскую. И, слава Богу, Иисус остановил инквизиторский такой зуд своих учеников, этот пыл этот. И он сказал, вы не знаете, какого вы духа вообще. Вы не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не сжигать людей, пришел не насиловать, не убивать, пришел спасать погибающих. Спасать пришел. Вы что, какого вы духа вообще, господа? И знаете, на протяжении истории в книге Деяний апостолов тоже там час от часу не легче, и в посланиях апостольских мы видим, что эти проблемы, они уже в теле Христа на ранних таких вот еще, в периоде раннем развитии царства, они уже были. Да Иисус сам, когда проповедовал, он часто в притчах о царстве своем рассказывал, и да и воскреснув из мертвых, он тоже 40 дней являлся ученикам, тоже говорил о царстве своем, в общем-то. Повторение мать учения, говорят, да, вот он как раз вот и повторял все, чтобы запомнилось все для учеников-то. И о царстве своем он говорил, ну, честно говоря, больше плохого, чем хорошего. И, в общем-то, он не говорил, чтобы мы смотрели на его царство через розовые очки своих там деноминаций. Нет, он говорил все как есть. Он говорил, что на огороде царства Божьего не только хорошие будут семена прорастать, расти, но и проспят однажды, не пободрствуют братья, да, значит, придет враг, посеет плевелы, и сорняки будут расти тоже на этом огороде Царства Божьего. Он говорил, что невод Евангелия, да, не только хорошую рыбку достанет, но и многонегодный. Он всякое говаривал, и почти все притчи Иисуса Христа, они имеют очень зловещий оттенок, честно говоря, о Царстве. Нет, если оторваться от библейской системы толкования, если оторваться от еврейской культуры и еврейской системы толкования, то многие притчи можно и по-хорошему понять. Но если мы держимся библейского взгляда, то они все ужасны, как правило. Вот, я имею в виду, ну, допустим, так, те же самые семя, маленькое, горчичное, да, когда оно вырастает, огромное дерево, и там птицы небесные гнездятся. Гнездящиеся в дереве птицы, да, в еврейской системе толкования, это бесы, это злые духи, это проблемы, это проклятие. Та же самая женщина, взявшая закваску и бросившая в три меры муки, пока все не вскисло. Если оторваться от библейской системы толкования, от еврейского взгляда, то можно это и понять как хорошая притча, что вот мы заквасим весь мир, там, заквасим, переквасим там, и прочее. Вот, квась вместе с нами, заквашивай больше нас, там и прочее. Но на самом деле, если не вырывать из контекста, то эта притча очень плохая, она самая страшная, кстати, о Царстве Божьем. Из всех притч Иисуса это самое страшное, самое зловещее. Потому что женщина, взявшая закваску, это означает порок лукавства. Закваска, как вот он еще говорил ученикам, фарисейская, саддукейская и иродова. Вот три вида закваски.
То есть одна чисто религиозная закваска, другая религиозно-политическая, а третья политическая закваска. То есть вот три вида закваски, которые Царство Божье всквасит однажды. И пока не вскисло все. Но знаете ли, апостол Павел писал, очистите закваску старую вашу. Очистите, потому что вы бесквасны. Потому что Христос, наша Пасха, Он заклан за нас. Удивительно. То есть Бог нас видит бесквасными. Даже если мы такие стали уже, как вот эти вот заквашенные. Но, а Бог видит нас своим отцом. Да? Ты скажешь, я кулич греха, порока, лукавства. Нет, Бог видит тебя отцом праведности. Вот. Он видит тебя чистым и святым. Слава Богу. Так что, дамы и господа, конечно, как вот Билли Грэм говорил, что я как прочитал Библию до конца, и в конце все будет хорошо. Это обнадеживает, что в конце все будет хорошо. Знаете ли, конечно, много всяких проблем в Царстве Божьем и было, и есть, и будет еще, но выход есть. Этот выход, как ни странно, 2000 лет один и тот же. Это сам Иисус Христос. Этот выход сам Иисус Христос. И ни в ком другом нет спасения. Вот как вот апостолы исповедовали эту веру, евангельскую, библейскую веру нашу, так и сегодня мы эту веру исповедуем, этот символ веры. Ибо нет, мы говорим, другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Я люблю еще говорить, которым спасен, которым спасаюсь. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Так что, друзья, выход есть, это сам Иисус. Он сказал, как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это в 3 главе Иоанна, а потом знаменитый 16 стих, да, «Ибо так возлюбил Бог мир». Потрясающее исповедание, потрясающее послание любви. А как Моисей вознес змея в пустыне? Помните, да, числа? Помните, как там все происходило? События, произошедшие 3331 год назад, во время Великого Исхода, при Моисее. Что произошло? Когда из-за ропота, из-за недовольства, ропот – страшная вещь, суета, ропот. И что произошло? Змеи жалили, сверхъестественное было поражение еще. Не просто естественное, а сверхъестественное. Потому что ну, в русском переводе там не отражено всей этой трагедии, к сожалению, так вот, не знаю. В оригинальном тексте иврита, пожалуйста, можно с номерами Стронга Библию сегодня скачивать на свои гаджеты и все это видеть оригинально. В оригинальном тексте там говорится не просто о таких обычных змеях, как кобра, допустим, гюрза, там какая-то еще, гадюка. Нет, эти змеи тоже опасны. Но от такой змеи можно еще как-то отбиться. От таких змей можно было еще как-то отмахаться там, и как бы отбиться. Нет. Там идет речь о страшных, сверхъестественных змеях. Там говорится о там серафы, говорится, сераф, серафимы. Серафимы. В другом месте Писания серафимы они описывают как существа, которые закрывают своими лицами, своими крыльями лица свои закрывают. Другими закрывают свои двумя ноги, или там, буквально хвосты, как бы, да, и двумя летают. Такие существа интересные, ну, такие драконы, будем так говорить, да, потому что это как пернатые змеи такие, вот как бы описываются они в Библии, если в оригинальном тексте, как пернатые змеи такие, летающие. Вот, ну, даже многие евреи говорят, что до грехопадения змеи такие были красивые, пернатые там и блистающие, но потом стали на брюхе ползать просто и все. Вот. То есть от таких змей можно было отбиться еще, от сверхъестественного поражения невозможно отбиться. Знаете ли, как говорится, против лома нет приема. Да, но если нет другого лома, да, другой лом, да, в общем, да, тогда как раз. И знаете что, конечно, наверняка там были обычные змеи тоже, но это не было критично. А вот сверхъестественное поражение, кстати, слово «серафим», оно... Мы обычно используем, мы всегда интересуемся первыми значениями этого слова. Но мало кто заглядывает дальше по словарю, что же это слово оно означает. Оно переводится как да, пламенеющий, огненный, горящий. Но это же слово переводится дальше как поражающий, жалящий, уничтожающий. Ну, ангел, как говорится, ничего личного. Это
Его послание, работа, будем так говорить, служебные духи. Вот. И когда там было поражение Израиля, сделали медного змея. Бог повелел сделать медного змея. Большинство христиан считает, что было сделано обычная змея. Знаете, как у медиков там такая, на юге такая обычная змея. Вот, и на картинках так рисуют. Вот, не знаю, почему христиане так и думают. Наверное, из-за антисемитизма, из-за отрыва от еврейских корней, в общем-то, вот такие мысли у большинства христиан. Вот, в общем-то, в еврейской традиции считается, что это был сераф, был сделан пернатый змей, летающий змей, дракон. То есть красивое существо, прекрасное существо было сделано. Вот, присмыкающихся гадов накануне в 20 главе Исхода было запрещено делать. Вот, но к ангелам это не относилось. Изображения ангелов были допустимы. В частности, впоследствии, когда храм был сооружен, то изображения херувимов, чеканные работы были самим Богом, были сказаны, что были сделаны они. Так вот, друзья, и я художник, как говорю, и один из эскизов вот, моих последних таких работ, многофигурная композиция, вот, даст Бог, сейчас молюсь, и прошу ваших тоже молитв, присоединяйтесь. А если кто-то имеет такую возможность, то свяжитесь со мной обязательно. Хочу мастерскую открыть, может быть даже здесь в столице, или где-то в ближайшем Подмосковье. Мастерскую художественную, мастерская Духа Святаго, чтобы эти эскизы стали большими работами, многофигурными композициями, такими, ну, скажу так, вот нужно помещение, но не меньше вот этого, наверное, потому что это будут большие работы, большие холсты. Так вот, и такая, один из эскизов такой многофигурной композиции, хотя для меня это тоже откровение. Я никогда не занимался монументальной живописью, я всегда пейзажем, иногда натюрмортом, иногда портретом, но никогда, вот, ну, иногда чуть-чуть еще в училище учился, когда в художественном. У нас там была халтура такая, вот, как бы на вот, октябрьские праздники, на 1 мая, там, 9 мая, рабочие, колхозники, там, значит, но это не считается, это, как, это так было, просто подзаработать денежек там, да. И все. Вот, вот так, чтобы для себя, я никогда этим не занимался, честно говоря. И вот вдруг последние годы стали рождаться вот эти эскизы, потрясающие эскизы. И в графике, и в краске, в маслом тоже. Очень интересно получается. И вот, и там, значит, вот как раз изображение серафа, сделанное огромное, которое издалека напоминает как раз Голгофский крест Иисуса Христа. Двумя закрывая свои лица, двумя закрывая ноги и двумя летая. И издалека напоминая как раз вот Голгофский крест. И дальше силуэт, вот именно как раз вот Голгофа, ну так еле видимый силуэт. И возле этого изображения ну, Моше, конечно же, Моисей, там, другие, некоторые там узнаваемые, может, персонажи или не узнаваемые, ну, в тех одеждах. А чуть дальше там уже другие люди, уже с других эпох, и ближе там уже к нам уже там и наши современники с вами в обычных костюмах, обычные люди, как говорится, с улицы, которые тоже, кто-то погибает, а кто-то взирает на это изображение и становится исцеленным. Потому что, как тогда был сераф, этот или же пернатый змей, сегодня сам Иешуа Машиах, сам Иисус Христос. И всякий, кто призовет Его имя, спасется. Всякий, кто призывает Его имя, спасается. Поэтому сегодня действительно взираем на Него, взираем на Иисуса. Один философ еще в 19 веке говорил, что Иисус Христос – это тот, кто... О нем даже одна мысль делает мир чище. Сегодня утром один из баптистских епископов напомнил, нет, один псалом в рассылке я получил. Старый псалом, я его слышал раньше много раз. «Взойдет на Голгофу мой брат, там посланный Богом, Мессия распят, о правде святой проповедовал он, больных исцелял, теперь он казнен. Пойдем перед ним, пойдем перед ним».
вознесен на Голгофу мой брат. Сестра, конечно же, вот каждый верующий, мы своим умом, своим сердцем, душой своим, когда взираем на Христа, на Иисуса, на Голгофский крест, мыслим о крови Христа, то совершается великое чудо. Даже если человек весь ужаленный, пережаленный, и уже яд змеиный, он действует в нем, и уже он все, уже полностью, и дух, и душа, и тело, все, казалось бы, в омертвении, через «не хочу», через «не могу», человек просто глазами веры устремляется на Голгофу, на Христа, на кровь Иисуса, чудо совершается, великое чудо спасения, очищения, освобождения. Слава Богу! И вот уже 2000-летия, как написано 1 Тимофею 2:5, 1 Тимофея, 2 глава, 5 стих, начало 6. «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Аминь. Для искупления всех. И ни в ком другом нет спасения. Ни в матери его, при всем уважении к светлой памяти Марии, Матери Господней. Ни в друзьях его, апостолах, в пророках, других умерших святых нет. Ни в ангелах, при всем уважении к их замечательной работе, служению нет. Ни в ком из них нет спасения. Но есть одно имя, которое превыше всякого имени. Бог дал это имя, дабы спасти всех. Слава Иисусу Христу! Навеки слава Богу Святому и Истинному! Друзья, слава Господу! Поэтому взирайте на Иисуса. Он сам сказал, что Он есть путь истинной жизни. И Он подчеркивает, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него. И в 96-м году одна из причин, почему я тогда вот простой сельский священник, настоятель храма, почему я принял решение выйти из этой огромной структуры Русской Православной Церкви, Московского Патриархата? Почему? Жил себе, служил, знаете ли, все хорошо, расход, доход, приход, как бы, то есть никаких проблем нету, жена, двое детей тогда у нас было, ну, как бы все, ну, как бы, знаете ли, только проблем не было, а так все, в принципе, все было, знаете ли, только проблем не было. И, значит, и вот, но все-таки одна проблема была. Она была не видна, она не была связана ни со здоровьем, ни с финансами, ни с чем. Она была внутри, она не была не видна другим людям. Эта проблема, она была внутри сердца. Понимаете, потому что Бог действительно живой. И бездна бездну призывает. И эта бездна человека, внутри человека, она ничем не может быть заполнена. Даже религия, она не может быть заполнена. Религия может лишь как бы делать вид, изображать заполненность как бы этой бездны, да и то до времени лишь. Меня хватило на несколько лет всего лишь. Вот с 87-88 годов, когда начал я служить как раз в православном храме, руководил хором тогда, читал, пел на клиросе, очень люблю петь, читать. И церковное, люблю храмовое такое благочестие, очень красивое служение православное, но, знаете ли, в этом, скажу, в этом, это форма, религия — это форма, но есть само содержание, это вера. И вот здесь как раз в Москве, тогда же, общался я с отцом Георгием Чистяковым, уже покойным, уже ушел в вечность уже человек. И Александром Борисовым тоже тогда встречался. Это в храме Косьмы Демьяна, Столешника переулок, напротив Посоветов как раз. Этот храм, вот в центре Москвы. И там часто бывал я. И знаете, удивительно, вот эта идея, имени Александра говорил тогда же как раз, вот, и Борисов Александр, что есть вот вера, а есть религия. И это разные вещи, это взаимоисключающие вещи. Ну, кто-то из них больше, кто-то меньше. Чистяков вообще говорил, что ты можешь быть либо религиозным, либо гомо-религаре. Это человек религиозный, человек религиозный, да. Но есть вера. И, не знаю, у Александра Меня, у него такая удачная пропорция была определенная. Вера и религия. Религия и вера. Вот, но чуть
нарушишь эту пропорцию, все, знаете ли, это уже яд. Это уже яд, это уже убивает уже. Вот, и блаженны те, кто избирают веру, кто избирают саму суть, кто избирают действительно самого живого Бога. Как Омар Хайям, помните, он мусульманин был, и у меня большая мусульманская родня, по матери татарин я, по отцу еврей, вырос русским атеистом. Всякое было, да. Вот, и так что дедушка мой, Гали Ахмед, он у нас обрезал всех мальчиков у нас, и татарских, и еврейских, всех приносили к нему тогда, в советское время. Других не было, будем так говорить, у нас в округе обрезальщиков, как назвать. Вот, всех к нему приносили. Он мастерски мальчиков всех обрезывал у нас. Вот, как бы, был специалистом своего дела. Его уважали за это. Я недавно был в Казани у родственников. Там один из моих братьев, Ренат его зовут, он один из учредителей мечети, одной из мечетей там. Вот, мне там дали слово. Вот, я там приветствовал всех. Салям, алейкум, салям, бисамлисис, все там. Подарил всем там инжилы, Новые Заветы, подписал им всем. Вот, спел благословение на татарском, и правда спел. Вот. Значит, и знаете, но во Христе Иисусе ни обрезание, ни необрезание не имеет никакой силы, а вера, действующая любовью. Обряды, ритуалы, традиции, мусульманские, христианские, иудейские, много всяких традиций, много всяких обрядов в этом мире. Но все ничто, все мимо. По сути, все это мимо. Потому что все в вере. Вера, действующая любовью. Религия, да, я уже говорил, религия, она действует не любовью. Религия не любит людей, а Бог любит. Бог есть любовь. И вера – это действительно любовь к Богу и любовь к человеку. Друзья мои, братья и сестры, благословляю всех вас. У нас еще есть время? Чуть-чуть, да? Вот. Я, в принципе, свободен. Да? Хорошо. Нет, впереди, да еще там наговоримся, безусловно. Кстати, о вечности. Кто-то из присутствующих был там? Нет? Кто-то переживал смерть? Ну, вечно сбываются. Да. Да, но у меня была встреча с Богом, вот такая, в экстремальных условиях. Значит, и мое знакомство со Всевышним Богом было в момент смерти. Еще подростком, в 12 лет, неполных 13 лет мне было. Вот, я заболел, пневмония была, двустороннее воспаление легких. И когда врачи определили, было поздно. Оба легких отекли, и наступила смерть. Констатировали врачи смерть мою, отек обоих легких. Ну, как бы, вот первая моя часть жизни закончилась. Тогда моя жизнь закончилась, даже не успев особо не начаться, собственно. Ну, что я жил, что я не жил, 13 лет неполных. Вообще ничто. И, знаете, было обидно, конечно, умирать было не очень больно и неприятно. Самое страшное было, знаете, что все было абсурдно. И последние секунды жизни я понимал, что это смерть. Мне не говорили, что я умираю, значит, но... Когда умираешь, сразу понимаешь, что умираешь. Вот. И последние секунды я понимал, потому что меня выдавливало из моего же тела. Просто-напросто. Я не знал, что есть душа, есть тело. В советское время мы не имели даже такого представления. А у нас и мама, и папа мои были атеисты, коммунисты, все были родственники там, какие, ну, ближайшие. Вот. И, в общем-то, даже называясь там мусульманами, все равно были атеистами, коммунистами были. Вот. И знаете, да, а еврейская моя родня, они вообще, даже их далекие там уже родственники, там, значит, и мои прабабушка, прадедушка еще до революции были революционерами уже, вот, при царе батюшке там, вот, пели там вихри, враждебные, над нами там все прочее. Сидели в тюрьмах даже при царе за революцию, ну, как бы, предыдущую, верили. Вот. Вот бабушка моя, ну это прабабушка и прадедушка, оба сидели при царе, вот, последнем русском царе, сидели в тюрьме, на каторжных работах были там за революцию. Правда говоря, они были не большевиками, значит, она была эсером, он был меньшевиком, значит, там, значит, ну разные партии, но тоже были террористические партии оба. Евреи, но разочаровавшиеся в религии, хлопнувшие громко
дверями синагоги, отрекшийся от религии, от веры в Бога и в омут революции, бросившийся с головой. Бабушка моя была, еврейская, которая бабушка, она была у меня ветераном ЧК, НКВД, до войны сделала карьеру в этих органах, вот, и дедушка тоже был полковник НКВД до войны еще. Вот как бы они оба сделали карьеру в этих органах, вот, считая, что делают благую работу, что потом потомки спасибо скажут им за то, что они делали. Сегодня, будучи их потомком, говорю, что они были неправы. Они были очень страшно неправы, потому что пошли неправильным путем. Потому что путь есть один, это любовь. Есть один лишь настоящий Божий путь. Это сам Иисус Христос. Есть один лишь путь, это путь веры на самом деле. А все остальное, оно обман. Обман, обольщение. Вот. И страшно, что эта ложная вера, она десятки, миллионов людей просто положила ради этой идеи. Ну ладно, не будем о плохом, но о хорошем. Вот я умер. Я умер, да, значит, и вышел из тела. Ну, вкратце скажу, был перед Богом. Какой Бог, не скажу, скоро сами поймете. Вот, как бы, помрете, сами поймете. Вот, потому что, знаете, опять-таки, Хаджан Насреддин говорил, сколько ни говори, халва, халва, да, во рту сладко не станет. Вот, и, скажу лишь одно, что он хороший, очень добрый, очень любящий. Вот, это не подхлемаш, это не потому, что я о нем хороший говорю, потому что я обязан говорить хороший, потому что я проповедник, священнослужитель. Вот, это не поэтому абсолютно, вот, а потому что он на самом деле хороший очень. Очень хороший, и мне тогда даже не с чем было это сравнить абсолютно. Вот, как будто бы я 13 лет поспал, мне снился неплохой сон, хорошие родители, все хорошо, школа, одна, вторая школа, но... А здесь я наконец-таки проснулся. Вот, конечно, первые секунды вечности, они были, знаете, мне было стыдно. Скажу так, это было такое шоковое состояние. Потому что даже за секунду до смерти я не знал, что Бог вообще существует в природе, что я... Ну, когда я помирал, я понимал, что я помираю. Когда я помер, я не понял, что я помер, потому что я не исчез, не растворился, не перестал существовать. Наоборот, все было как раз наоборот. Я только начал существовать, я как раз только вот как будто бы вот проснулся. Здесь тоже мир реальный, он тоже хороший, этот мир, он прекрасный, да. Да, конечно, из-за той проблемы, что началась 5779 лет назад с половиной, этот мир, конечно, сегодня, мягко говоря, напоминает помойку в сравнении с тем, что было раньше. Но он все равно даже в таком состоянии, он, знаете ли, вот несет некие такие, как вот поэт сказал, «люблю я пышные природы увядания», да, вот. Такое земли, пышное, красивое увядание. Есть даже красота, даже в разрушении этой земли определенная. Но знаете ли, а там совсем иное. Там настоящее, там оригинальное. Там, здесь понарошку, там по-правдошному все. Вот. И там не надо мне проповедовать вам абсолютно, и вам не надо ничего рассказывать. Там одним словом состояние, которое можно описать, это понимание. Это просто понимание, ты все знаешь, все понимаешь, абсолютно. И тебя как облупленного понимают и знают. Вот, там нельзя одно подумать, другое сказать, третье сделать, там все как есть. Там даже как телепатия, что ли, даже не знаю, как назвать это. Там то, что подумал, сразу как сказал вообще. Вот, там нет того, что подумал, он сказал. Там сразу одно действие. Вот, и Бог хороший, его глаза не забываемые, любящий взгляд, который нельзя просто забыть. Это стало камертоном на всю мою жизнь, уже когда воскрес я. Вот, не буду подробно рассказывать. Есть видео на ютубе мои как раз вот об этом. Я более подробно рассказываю об этом. Хотя, честно говоря, я даже порой и не знаю, надо ли об этом говорить, не надо. Потому что, честно говоря, я очень часто на протяжении этих лет ловил себя, что иногда завидовал я людям, которые не видели Бога, не видели ангелов, вообще ничего не видели. Но верят. Вот я порой восхищался такими людьми, я правда, даже себе боялся признаться в этом, но потом я понимал, что это проблема даже. Я где-то завидовал даже, такой христианской белой завистью.
Но теперь даже, теперь не завидую. Последние годы Бог освободил эту зависть. Вот, а раньше завидовал даже. Вот тем людям, которые не видели, вообще ничего не видели. Вот, но они верили. Я думал, как это возможно? Я-то верю, понятно, я видел, да. Но они не видели ничего. Я слышал их, общался с ними, я понимал, что они ровно еще ничего не видели. Но они верят. У них, знаете, у меня как будто мышца моя какая-то была атрофирована, а у них вот, вот такой же бицепс такой был. Что-то думаю, вот. Я понял, что Иисус не напрасно говорил, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Они самые качки в Царстве Божьем. Вот. А те, кто видели и верят, они как дохляки какие-то, думаю. Вот я как дохлый, думаю, какой-то, думаю, не то, что-то не то, думаю. Вот. Но Бог научил верить, не видя. Это потрясающее переживание, вот, когда проходят годы определенные уже, вот, и ты вот, с момента вот, смерти уже, ну, 40 лет уже, достаточно уже, значит, и уже учусь уже ходить верою, а не видением. Это потрясающее хождение, честно говорю. Слава Богу за все. Вот, но все равно вот, то переживание оно стало как некий камертон, по крайней мере, вот, прошлые годы, первых 20 лет, даже 30, оно было очень сильным. Сейчас оно уже редко вспоминается, честно говоря. Вот последние лет 10 я живу верою, а не видением. Это потрясающее тоже переживание, скажем так. Это потрясающее переживание. Поэтому сейчас я верующий человек, верующий. Не просто видевший, а верующий. Вот, и знаете, друзья, вот, когда воскрес, да, снова был в теле, заходил снова в тело, пережил, да, воскрешение, исцеление, кстати. Мое воскресение врачи попытались родителям как-то объяснить, вот, что мы там скрыты резервы от организма, что-то еще. А вот очищение обоих легких они никак не могли объяснить абсолютно, потому что смерть наступила от отека обоих легких, а когда ожил я, то ни хрипов, ни свистов не было, ничего, я дышал ровно, как будто никогда ничего и не было, никаких проблем. Вот, и это никак не могли не объяснить врачи. Вот, поэтому, ну, конечно, первые недели, месяцы даже после воскресения были очень тяжелыми. Очень трудно научиться жить без Бога, то есть в смысле не видя Его. А снова оказавшись в этом мире, как будто ты уснул, и ты понимаешь, что это сон, но не можешь проснуться. Хочешь, но не можешь проснуться. Вот, я просто часто плакал. Раньше, до того, я не плакал, нас так воспитывали, что не должны плакать. Вот. А здесь я стал даже плакаться где-то, я приходил, часто плакал, потому что даже заикнувшись, попытавшись что-то спросить у взрослых, я натыкался на просто непонимание. Мама была так напугана, когда я лишь спросил ее, мама, говорю, вот ты же умрешь ведь? Она согласилась, да, что она умрет, тоже умрет. И вот, и ну, сразу после, получается, воскрешения, по сути, с первым человеком, с кем я решился об этом поговорить, мама, ну, была тетя как раз еще, потом папа заходил еще. То есть я как бы со взрослыми имел возможность что-то сказать им. Я понял, что как бы я-то вернулся, а у них могут быть серьезные проблемы. Если я оказался перед Богом, и мне казалось, что я самый плохой мальчик, что жил на земле, что хуже никого не было. Вот, думаю, они-то взрослые, и я-то еще вернулся. У меня мозгов хватило понять, что оттуда обычно не возвращаются. Вот, а им еще, как говорится, вилами на воде писано, как бы, и кто его знает. Я-то опозорился, но думаю, как же взрослые могут опозориться. Вот, не знаю, что, ну, не дай Бог никому, говорю, оказаться перед Богом, не имея в себе его любви. Вот, я не знаю, это, ну, самое страшное переживание в моей жизни вообще, которое я пережил в своей жизни. Оказаться перед любящим, таким хорошим, таким Богом, не имея в себе ничего от Него. Вот этой любви не имея, это, не знаю, это страшно. Там хоть провались, а проваливаться некуда. Вот, и знаете...